Ну вот, к примеру, говорит, ты, мама, самая красивая на всех планетах. И теперь всегда он молится с благодарностью. Он всегда, всегда говорит, боженька, спасибо тебе, что ты дал мне маму. Это первая фраза в каждой его молитве. Приєднуйтеся разом з Радіо Еммануїл до Всеукраїнського дня молитви за сиріт. Буває то, що у мами ніколи времени зі мною печь блини. Я у неї випрашую, щоб вона мені замісила тесто. Ну, щоб я пек блини. І вона замішує мені тесто. Я 2 години там стою, собі роблю блини, а потім кушаю. К ужину. Да, все с семьей садимся за стол и едим блины. Приєднуйтеся разом з Радіо Еммануїл до Всеукраїнського дня молитви за сиріт. Дорогой Господь, благослови всех детей, которые только есть на земле. Дай им счастья, здоровья, мудрости. Чтобы их Господь благословлял в трудных минутах, чтобы они выбирались из трудных ситуаций. Господи, и благослови их, чтобы у них было все хорошо в жизни. Аминь. Приєднуйтеся разом з Радіо Еммануїл до Всеукраїнського дня молитви за сиріт.